5-тысячного ребенка, родившегося в этом году в Якутске, чествовали в управлении ЗАГСа. Маленькая Инна, появившаяся на свет буквально неделю назад, стала вторым ребенком в молодой семье Галины и Максима Алексеевых. 18 декабря. Конечно, были очень удивлены. Это большое событие. Мы даже не знали, что есть такое. Да, вообще не представляли. Но, конечно, это очень радует. И вот мы решили все-таки, давайте придем на торжественное вручение. 5000 ребенок, может, будет что-то значить в ее жизни, в нашей жизни. Конечно, это очень приятно, неожиданно. Также сегодня в торжественной обстановке с жемчужной свадьбой поздравили Аэлиту и Бориса Гоголевых, которые прожили в счастливом браке 30 лет. Их имена вошли в книгу юбилейных свадеб Якутска. Отметим, что праздник пропагандирует семейные ценности и приурочен ко Дню матери, а также предстоящему столетию органов ЗАГС России.